Привет, мои прекрасные друзья. Ох, так собиралась, аж запыхалась. Да, идет у нас упаковка. Сегодня покажем сумочки, что мы там прикупили из натуральной кожи. Вручную, естественно, расписаны. Вот Марсиана. Yes by Марсиана. А это вот очень интересно. Из змеиной кожи. Это шелка. Шелка китайские. Ну и все. Акцент на ручной работе с бисером. Все материалы у меня тут натуральные. Если кожа, то кожа. А вот даже фирма есть. Видите, Тахари. Шелковая сумочка. А вот это из эпохи ар-деко. Ну, естественно, имитация. Я взяла этот пиджак. Это если сумочки какие-то. Вот, например, это. Или это. Надо подремонтировать. То есть это у меня тут такой ремонтный материал. Ах, много у меня всего. Паковать очень много. Но так как у нас все-таки музей дамской сумочки, уже потом фарфор приплыл с этой идеей, то покажу пока что маленький обзор, что я сейчас запакую в чемодан. А в параллели, что мы посмотрим, что я вам приготовила. Купила книги. Все по истории искусств. И вот художники прям в контексте их времени. Что происходит с ними. Все картины, естественно, посмотрим. Вы видите, и Брюгге, Вермеер, Тициан. Вообще много всего интересного. Тут нас посетит, видите. Даже последние есть Дюшамп, Веласкес, Бернини, Рембрандт. А кое-что я вам покажу. Прям отдельно сделаю обзор. Это The City Niagara on the Lake. Маленький такой городок, очень исторический. Вот мне понравились акварели. Это Prince Wales Hotel, в котором мы останавливаемся. Он точно так же и выглядит. И также тюльпаны Турции. Я дам отдельный разбор не только этих книг, но в Болгарии, когда я снимала. Вот у них гранат, два символа. Гранаты и тюльпаны. Я делала по тарелкам в Болгарии турецким обзор. Тут немножко покажу, почему надо читать книги. Вот я даже никогда бы не... Я хотела сделать обзор по вато. Я сделаю вам, почему мне нужен вато и фрагонар. Именно из-за иллюстраций, которые стали дуколем на фарфоре. А вот это, угадайте, кто? Пикассо. Посмотрите, 200 лет разницы между картинами. Но одна и та же идея. Ой. Кстати, у меня тут клоун тоже есть, другой. Это совпадение. Готовила для другого. Так получилось. Ну, кто у нас тут? Делакруа. А вот это очень интересно, почему я положила туда 2 доллара. Сейчас я вам покажу. Посмотрите. Да, подписание декларации независимости. А теперь сюда. Видите? То есть, если глаз внимателен, то все нам будет интересно. Так, хоппер. И потом мы посмотрим чашечки. Если очень захотите, дам лом и то, что купила вместе с ломом. Но это будет отдельно, поэтому постарайтесь написать, вам это интересно или не очень. Ну и будет обзор чашечек. Это давнешние чашечки. Так дорого не покупаю. Не могем больше. Ну вот. На сим мы закончим. Чао-чао, мои прекрасные друзья.